Новости на Дону. Категория 12+. У микрофона Наталья Тарасова. Здравствуйте. В этом выпуске. Сколько денег потратят в этом году на разметку и обустройство донских дорог? Какие изменения произошли в футбольном клубе Ростов? И что можно будет увидеть на африканской выставке в Шолохов-центре? Об этом и другом далее подробно. 4 человека пострадали в аварии на трассе М4 Дон. Она произошла на 1090 километре. 60-летний водитель на Санта-Фе столкнулся с Пежо под управлением 46-летнего шофера. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД региона, в результате ДТП получили травмы и попали в больницу 4 человека, 2 пассажира автомобиля Санта-Фе, а также 2 пассажира автомобиля Пежо, в том числе 12-летняя девочка. По факту ДТП проводят проверку. Житель Таганрога погиб из-за запуска самодельного фейерверка. Об этом сообщается на сайте телеканала 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области. По данным СМИ, трагедия произошла на улице Ленина утром 1 января. В результате происшествия 28-летний молодой человек получил множественные травмы рук и грудной клетки, от которых он скончался в больнице скорой помощи Таганрога. Отмечается, что в доме погибшего нашли полкило калиевой селитры, картонные трубки, проволоку и безоболочное устройство. Больше 110 управляющих компаний в Ростовской области лишатся лицензии, сообщается на официальном портале Донского правительства. Решение об обращении в суд с исками об аннулировании разрешений на осуществление деятельности в отношении 79 управляющих компаний, которые полгода не имеют в управлении ни одного дома, было принято в прошлом году. Еще 34 компании признаны банкротами. Начальник государственной жилищной инспекции региона Павел Асташев отмечает, что на основании изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации управляющим организациям давали полгода, чтобы получить в управление многоквартирные дома. В настоящее время подано 55 исковых заявлений, из них 17 суд уже удовлетворил. 280 миллионов рублей на разметку и обустройство дорог потратят донские власти в новом году. Деньги выделят и из регионального бюджета, сообщается на сайте госзакупок. Победителем конкурса стало многоотраслевое предприятие «Комплекс-1». Оно должно нанести на автомобильные дороги разметки краской и термопластиком. 144 объекта, а это трассы, подъезды и мостовые переходы, должны обработать термопластиком. Дорог, для которых будет использована покрасочная разметка, больше, около 300. В стоимость закупки также входит установка опор, стоек, знаков, светильников и устройства покрытия. Работы должны полностью завершить к осени. Бывший капитан Ростова Михаил Осинов вошел в тренерский состав футбольного клуба. Он уже прибыл на сборы в Турцию, где будет помогать Валерию Карпину в основной команде, сообщается на официальном сайте «Желто-синих». Осинов играл за Ростов с 2001 по 2009. Он провел за свою команду 259 матчей и до 30 июля 2017 года оставался рекордсменом футбольного клуба по количеству матчей в российской истории. Другое важное изменение в жизни футбольного клуба Ростов – это назначение Александра Маслова руководителем сборами молодежки в Абрау-Дюрсо. Александр Маслов играл за Ростов с 93 по 96 год. Он является рекордсменом футбольного клуба Ростов в чемпионатах России по количеству забитых мячей за всю историю клуба и лидером по количеству мячей, забитых за один сезон. В 2004-м футболист переключился на тренерскую работу. Ровно год назад он вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в основной команде. Африканскую коллекцию бразильского фотографа-путешественника Эди Наварро покажут в Шолохов-центре. Эди Наварро известен тем, что фотографировал видных политиков, голливудских звезд и художников, в числе которых Пикассо, Сальвадор Дали и Энди Уорхол. Путешествие по Черному континенту было одним из его главных увлечений. В коллекции фотохудожника скульптуры, ритуальные маски и всевозможные предметы культа. Выставка едет в Ростов из музея Поленова. В Шолохов-центре ее дополнят фотоработами Эди Наварро. Также в ее рамках покажут документальный фильм, рассказал ФМ на Дону директор центра Петр Шолохов. Мы сейчас ведем переговоры с одними молодыми режиссерами московскими о показе фильма «Африка подскажет», называется. Можно найти на Ютубе сейчас, там трейлер. Это часовой фильм о том, как девушка, которая родилась в Петербурге, живет в Москве. У нее корни в Африке, именно в Гане. И она первый раз едет в Африку, знакомится с родственниками, потому что ее тетя становится вождем. Африканская выставка разместится в мансарде Шолохов-центра. Ее открытие намечено на конец января.
Митрополит Ростовский, Новочеркасский, Меркурий поздравил всех православных с Рождеством Христовым. Текст обращения опубликован на официальном портале Донской епархии. Митрополит напомнил, что церковь с древнейших времен вспоминает этот день как один из самых важных и торжественных. Он сравнил города, которые упоминаются в начале и в конце Евангелия, Вифлеем и Иерусалим, с состоянием души и ума каждого человека. Цитирую: «У каждого человека, града или страны есть подобная перспектива – стать местом, в котором Христос рождается, или стать местом Его смерти. От данного выбора зависит, какой суд в итоге Господь произнесет над нашим домом, будет ли он обитаемым или опустошенным». Конец цитаты. Митрополит Меркурий провел божественную литургию в храме Преполовения Пятидесятницы в Ростове. Праздничные службы прошли в рождественскую ночь во всех православных храмах области. Это были новости FM на Дону. Телефон редакции 200-0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода, ночью в Ростове будет до 5 градусов мороза и снег. Днем во вторник от минус 1 до минус 2. Снегопад продолжится, но ветер немного утихнет, около 3 метров в секунду. В Красном Сулине до 7 мороза ночью, такая же температура сохранится днем, но ощущаться будет как минус 11. Снег. В Целине тоже снежно, в ночные часы минус 4, днем от 1 до 2 со знаком минус. С вами была Наталья Тарасова. До встречи.